vajag celiņiem. Jā, tāds tropisko salu simbols, kas tam patēram no tumses un drēgnuma. Da, už šis... Скоро будем смотреть концерты, как я в прошлом году. Привет, лайтинч, по-моему, сопра. Помянем ты. Алис, шабрид, тестаем мусу интерактивного видеоинсталации. Мы все друг курсим вам, курсим на сферс, цель 370 граду фотоатаву на агентском апкарте, который будет взрезан из эко сена. Četrās dimensijās. Ar vienu roku mēs kontrolējam visu to rotāciju, kā es redzētu visu to sfēru, visu to 370 attēlu. Mēs varam izvēlēties, pagrozīt apkārt un apskatīties, kā pagātnes un nākotnes attēlus. Realtātes teorijā laiks ir ceturtā dimensija. Mēs lūkās interesanti, ka tu varētu izmantot to skatītāju un laiku posmu, kurā noteikti saro Rīga. Tā ir tā Kronšteina, katru paņemēja kameru opšķo vīdā. А тут еще будут рукава, такие специальные, это камеры, которые все время ходят по передней сцене. Вон там сцена, посмотрите, давайте подойдем. Все люди, которые не возложили, они складывают цветы возле памятника свободы. Давайте посмотрим. Видите, так, тут монитор еще стоит. О, посмотрите, как сейчас настраивают камеру. Офигеть, телевидение. Этот концерт будет транслировать в прямом эфире. Видите? О, это кран называется. О, еще раз. Смотрим, давайте. Как он выглядит, интересно. Круто. Китайская или японская делегация приехала какая-то. На этот праздник официально. Вот, смотрите, сейчас подключаю телевизионную антенну. И антенна — это кабель, который общий. Если этот провод выдернется, то камера не будет работать. То есть это блок питания и прямой эфир. Видите? Вот эту девочку мы в прошлом году, кстати, видели. С вами, так что.
как оператор стоит и снимает народ. Ну, она подключает, настраивает камеру. Ну, он сейчас говорит главному режиссеру слова.
sirdī, tad viļņoties draugs, un saplūst kūpēja saucam par kaudu. Šī upe, nē, tā pat rītas uz jūru, šī upe,